здорово. Спасибо, что спасли меня. Не волнуйтесь, мы с Джеки разобрались. Теперь мы друзья. Братья, можно сказать, да? Он ничего мне не сделает, он вообще мирный. Он мухи не обидит. Отличный пацан. Он велел тебя не трогать. Так что не бойся. Теперь к делу. Да, точно. Чего бояться? Глаза мне не завязали, наручники не надели, стволом над башкой не махали. Говори, что знаешь, а то обратно привяжу. Так, ладно. В городе просто тонна темной энергии. Она повсюду. Ее все больше. Я-то знаю. Пальцами чувствую, Хайром. Даже яйцами. И уже не первый месяц. Вы же и сами чуете. Ну, может, не яйцами, но вы меня поняли. Я пошел посмотреть источник мощной энергии. Но там на меня эти уроды навалились. Кто там не стоит за всем этим? Он связан с тьмой. Вы закончите, что я начал. Полите на Бродсайд. Найдите, откуда течет эта темнотища. Приветствуем всех. Не люблю телефоны. Мне в башке голосов хватает, куда уж больше. Эй, вы там, пардон. Слушайте, как только что-нибудь интересное там узнаете, мне шепните. Хорошо, пока. Разумеется. Ты четкий мужик. Ты же доктор. Все доктора четкие. Кроме того придурка, который решил, что у меня ветрянка, когда меня комар укусил. Сука! Еще что-нибудь? А, нет, да. А, стой. Это твоя дубинка. Это полуночник. Ты многое знаешь о тьме. Я читаю много, когда заснуть не могу, когда голоса слышу. Иногда помогает. Полуночник открывает мне портал к великой пустоте и отправляет нечестивцев туда, где им место. Миленько, да. Как найдешь источник темных сил, сразу свети. Пока. Так, хорошо. На пустом пути. Посмотрим то немногое, что у нас есть. Да, любопытная ситуация, что нам нужно взять то, что мне требуется, для того, чтобы взять кое-что полезное. Оглушающий импульс, а почему бы и нет? Скоро все будет. Терпение. Терпение? Ты что, серьезно? Слушай, прости, а откуда ты взял полуночник? На вид он не старый. Я сделал его сам. Из дерева, в которое дважды попала молния. Лучшее оружие для борьбы со злом. Ты нереально крут. Как все закончится, надо будет потрындеть. Полуночник ведет меня на пути к искуплению. Да, договорись с ним, чтобы он привел тебя к источнику темной энергии, да? Увидимся! Опять только боль.
Будет больнее.
Что происходит? Мы нашли темный артефакт. Весьма интересный предмет. Им наносили символы. Прежде я таких не встречал. Ладно, надо взглянуть на эти ваши находки. И захватите мне пару гамбургеров. Итальянскую жратву видеть уже не могу. Джеки нашел у одного отморозка по имени Свифти восковую печать. На ней тоже непонятный знак. Может, здесь есть какая-нибудь связь? Ну что ж, на этом пока что все.